Наши мечты о дальних странах осуществимы, причем без особых затрат, сбора чемоданов и перелетов. Отправляемся в кругосветку, не вставая с кресла, вместе с талантливыми артистами циркового шоу «Эмоции» Ласта Рика. Руководит путешествием озорная клоунесса Лилу. Каждый номер уникален в своем роде. Каждый номер просто какой-то шедевр небольшой. Каждый номер – это определенная эмоция, да, которую мы как бы раздариваем зрителям. Кстати, а у нас нет эмоций любви. Вот. Надо задуматься. У меня, да, любовь – это самое важное в жизни. Сколько разных удивительных мест удастся посетить всего за 2 часа? Тем, кто мечтал стать зрителем кабаре, радостные пудели устроят шоу «Чикаго». А веселый клоун Май погружает зрителей в атмосферу чеховской каштанки. Ведь легендарный юморист не только смешит почтенную публику, но и демонстрирует удивительные способности с собак и гусей. Еще одни пернатые, которые удивляют зрителей – яркие попугаи. Говорливые птицы выступают как заправские гимнасты, кувыркаются, скачут через перепятия. И самое поразительное – разъезжают на велосипеде. Кстати, солист номера научился это делать всего за несколько дней. Они очень умные, у них интеллект 3-летних детей. Они входят в десятку самых умных животных на планете. Они любят, конечно, орешки, они их получают, но поцелуйчики для них самое дорогое, то, что есть. Они ласку любят очень. Цирковое кругосветное путешествие пестрит всевозможными животными. Но эти симпатяги – точно главные звезды представления. Несколько пингвинов вызывают восхищение зрителей, едва выходят на манеж. Эти необычные цирковые артисты единственные в мире. Все потому, что пингвины требуют особенного ухода. У нас бассейны, фильтровальные установки, куда мы засыпаем соль морскую. Мы достаем витамины, которых здесь у нас нет, мы получаем их из Англии. Кушают наши питомцы исключительно балтийскую кильку. Кроме необыкновенных животных, на пути цирковых путешественников встретится прекрасная нимфа, воздушная гимнастка, отважные моряки, исполняющие трюки без страховки, и джигиты на лошадях. В честь праздников количество представлений увеличено. Малышей до 5 лет ждут в цирке бесплатно. Посмотреть шоу можно будет с 23 по 26 февраля. Кстати, в воскресенье заключительный показ программы «Ласта Рика».